Привет, друзья! Мы продолжаем проходить SnowRunner на максимальном уровне сложности. Давайте вспоминать, что там было в прошлый раз. Так, а в прошлый раз мы полностью открыли островное озеро. И даже выполнили некоторые задания, да? Я там оговорился в прошлый раз. На самом деле, конечно же, три, ребят. Мы здесь нашли целых три малые цистерны. Вот тут первая. Вот тут вот вторая и третья сверху. Так, ладно. Значит, что мы сделаем? Выполним это задание, попробуем. Тут вот дорогу, правда, плохо видно. Так вот наметим. Вот этот поворот бы не прозевать. Да и тут тоже все стримачненько видно. Вот как-то так, да? А далее мы, наверное, все-таки отправимся на Драмонт. Сейчас посмотрим, как справимся ли с этим заданием. Ну, ночью, ребят, конечно, когда же еще выполнять это задание, как не ночью, да? Поехали. Давайте на повышенной. Опасно, конечно, на повышенной ехать, но зато она хорошо в горку тянет, эта повышенная. Вот такие узенькие проходики. Так, вот точка. Практически не вижу дорогу, если честно. Ну, ночь еще. Как бы тут все ясно с этим. Дорога еще такая бугристая. Вот точка. Так, стоп, 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 стоп. Так, а тут что, враг, да? И нам как раз сюда, наверное, спускаться надо, да. Понятный враг какой-то. Камешки. Но если камешки видите, значит нам туда надо. Крупные камешки. Ну, крупные камешки сыпят там, где хотят конкретно остановить. Так, что, снова, что ли, камешки? Так, там вроде дорога, да? Плохо вижу. Чисто по меткам еду, ребят, уже все не вижу. По-моему, даже не совсем по дороге поехал. Так, вот она, точка. Им надо было здесь задание на время сделать, ребят. Смотрите, сколько камней.
Так, вот точка. Вот там. Там скалы. Вот последняя точка, да, там где скалы. Даже не знаю, вот между ними, что ли. Да, пароходик здесь, конечно, узенький. Так, забираем и отправляемся на Драмонт, ребят. Так, ну прежде чем мы туда поедем, давайте посмотрим, может что-то открылось? Нет, ничего не открылось. Мимо цистерны поедем, наверное, заправимся. Хотя, можем, наверное, и не заправляться, потому что в Драмонте там своя цистерна есть. Давайте, наверное, мимо просто проедем. Можно было, конечно, заправиться, но там должна быть цистерна. Ускоряться тут тоже так вот слишком уж не стоит. Потому что дорога вся в буграх и ямах. Ползти тоже не хочется. Так, вот ямы вот эти вот попадаются. Яма-ловушки. Ну и, конечно, камни еще вот эти. Волшебные, да? Бородатое вон дерево с корнями такими. Отправляемся, ребят, на Драмонт. Итак, мы на Драмонте, ребят. Давайте посмотрим сразу же карту. Здесь всего 4 вышки, и карта такая небольшая, но она здесь такая сложненькая, ребят, на самом деле. Ладно, давайте поедем вперед, я уже вижу первую вышку. Так, тележка. Какое-то задание. Помощь лесничим. А, берем. Так, прокощунить мы тут сможем. Так, да, я думаю, что сможем.
Или не сможем. Так, ну сейчас посмотрим. О, смотрите, там улучшение, ребят. Так, тут камни какие-то. А, и понятно, и крен здесь, ребят. Ну ладно, что, давайте так. Так, что за улучшение? Вездеход, коробка. White Western Star. Ну, отлично, отлично. У нас White Western уже вообще прям полностью практически заряжен. Даже не знаю, что у него еще может быть. Так. Давайте выбираться. Ох, как тут грязно. Так, поглядим, что у нас открылось. Так, здесь мы задание взяли. По-хорошему надо вот сюда съездить, открыть вышку здесь. Или сюда, вниз поехать сразу. Да давайте, наверное, вниз поедем. А потом, если что, наверх, потому что внизу там где-то должна быть цистерна. Так вот, наверное, мы сделаем. Не знаю, тут вот кругаля дадим, да, вот через вот эти задания. Так, здесь вот вроде проехать тоже можно. Так, помощь лесничим мы взяли. Даже не знаю. Вот здесь вот, скорее всего, придется ехать. Или вот здесь, здесь вот мост вроде как строить надо, да, здесь вот объездной путь. Короче, придется нам сюда тоже ехать, ребят. Там хоть и грязюка, вот такая вот змейка, я сразу ее наметил. И там где-то цистерна должна находиться, такая крупненькая. Поехали. Так. Дорога грязная очень. На камни нас смещает. Это лужа. Тут еще одна лужа, да, можно было, наверное, объехать. Ну ладно, давайте тут. Оп, она какая глубокая. Давайте так вот, ладно. Лужа здесь глубокая, ребят. Ну как глубокая, она такая вязкая. Особо быстро на ней не проедешь. Ну как проверили зато. Ладно, едем дальше. Так, здесь можно проехать? Или опять пеньки позапрятали? Ну, вроде можно. Да, есть у нас тележка, это хорошо. Правда, она пустая, то бишь. Надо ее загружать. Поручение, утерянная посылка, забираем и едем дальше. А здесь очень крутую точку, да, посетить надо. Туристический аттракцион. Ага.
Так, давайте посмотрим, где это. А, ну мы туда, в принципе, едем. Тот островок нам надо посетить, да? Опять лужи. Лужи здесь, видите, какие грязевые, да? Там наверняка можно подкощунить, но пока не станет. Здесь вот тоже грязь такая жесткая. Так, здесь вот я смотрю, можно. Здесь непонятно, через вот этот камень, что ли? Наверное, да, через камень нам предлагают. Там тоже вот неясности такие. Темно, ничего не видно. Давайте вот здесь лучше. А здесь такой кренчик, да? Да нет, там, в принципе, можно было спокойно, да? Относить. А, нет, вот смотрите, узенький здесь коридорчик, ладно. Так, а что тут за супер грязь такая? Что за жесть? Ага. Ну, поехали так тогда. По ниженьке. Так, там вот пень. И мы до него не достаем, да? Так, отлично. Поедем дальше. Так, вышку я отсюда пока не вижу. Но нам явно туда. Там вот мост, который надо построить. Там вроде построены уже.
Где-то вот тут вот цистерна была, на этой стороне. А вот она, ребят, цистерна. На заправочке, да? Конечно, где еще быть? Посмотрим, сколько гориб сейчас стоит. Здесь. 5 баксов? Серьезно? Не, здесь топливом покупать не будем. Это прям точно. Так, заправимся. Она полная. И давайте... Куда нам ехать-то? Ну, вот как раз сюда и надо нам, да? Ага. Тут вот мосты. И вот сюда уходит дорожка, да? Не знаю. Ну, вот тут вот сейчас доедем, посмотрим. Так, задания есть какие-то? Ну, поблизости я не наблюдаю. Вот так вот попробуем проехать, если получится. Ох-ох-ох-ох-ох-ох, получится. Ой, тут высоковато, да? Ну, в принципе, заехать можно. Закощунили его. И вот она вышка сразу, да? Так, а тут мы сможем подобраться к ней? Это тоже как-то высоковато. Сможем. Так, где-то здесь был вездеход. Еще. Так, люди, мосты. Опять же мост, да? Нет, он не построен, значит, надо будет его строить. Где-то здесь вот был. Или вот здесь. А, так вот же он. Вот он стоит, ребят, Пасифик. Так, а к нему только вот так, да, можно добраться. Ну, давайте пойдем его откроем, что ну. Так, здесь вот попробуем прокощунить. Возьмем задание, свернем. Ну и поедем. Так. Не знаю, прокощунить получится. Нет, тут что-то какая-то дорога очень странная. Мосты вон, да, какие-то. Ну, помню, да, эти мосты. Там где-то вроде контейнер еще был, если не ошибаюсь. Проехать вроде можно. Да, вполне. Так, возьмем задание. Мостостроителя главного приветствую. А, ясно. Ну, понятно. И здесь бетонная плита, да? Ну-ка, интересно, бетонную плиту мы сможем? На кастомном движке вот так. Ну,
Не особо, но тащит. Так, ладно. Не будем ее тащить. Так, в грязи мы тут окунулись. Так, вот зашумел этот трактор уже сдалека, видимо, приспустился. Пасифик, да? Так, он серенький, нет? Давайте так глянем через карту. Да, и заправлен полностью. Ну какие у него минусы, ребят? Борода вот эта. Вы знаете, что означает эта борода? Труба нижняя. Она означает, когда вы будете на скорости ехать, например, на повышенной, впереди будет ямка, вы нырнете и машина начнет разбиваться. Вот эту бороду, видимо, специально сделали для этой цели. Как бы понизили клиренс, да, вот переднего, так сказать, передка. Лучше бы они, конечно, убрали, но кто ж ее уберет. Широковатая машинка. Нет полного привода. Плохо пойдет в гору. Большой радиус поворота. Так, а сколько эвакуация будет стоить? Не, ребят, не. Конечно, мы его сами довезем. Даже не знаю. Давайте немножко прокатимся. Ох, как он гремит, как будто вот-вот сейчас развалится. Видите, да, радиус поворота не очень такой. Стрёмненький, скажем. Машинку подтянем за собой. Но есть, к слову, повышенная. Есть повышенная. Давайте ее сразу раз попробуем. Вот, на повышенная идет, видите, пытается. Ох, как он плохо поворачивает, ребят. Как же плохо он поворачивает. Все, повышенная вот здесь вот тут выдохлась. Ну и борода уже тогда начинает немножко подкапывать землю. Да. Вот видите, как он поворачивает тяжело. Он очень тяжело поворачивает, ребят. Это ему, чтобы повернуть, это надо за что-то зацепиться лучше всего.
Деревьям, конечно, будет с легкостью ломать, скорее всего. Видите, как тяжело им поворачивать. Как же тяжело, ребята. Ладно, давайте тушить движок. Все понятно с этой машиной. Потом разберемся. Хорошо, что хоть наш скаут он помог через эти грязи протащить. Да? Так, ну его однозначно надо тащить в гараж. Так, кто тут мы? Не побывали. Давайте сюда приедем, посмотрим, что там. Так, вот это, видимо, посылка, может быть, не посылка, не помню. Вот этот контейнер надо будет доставить, ребят. Куда это? Что за родео, ребят? Что за родео? Давай, давай. На повыше. А, тут задание на время, ребят. И... Прицепчик с металлическими балками. Причем для скаутов, замечу. Интересно, задание для скаутов, что ли? Какой-то, может, мост помочь построить? Куда тут балки могут металлические понадобиться? Ну ладно, это мы потом будем разбираться, я думаю. Может быть, вот это мосты и люди? Мосты и люди, ну-ка. Так, о мостах и людях. Деревянные доски. Помощь лесничим. Деревянные доски. Потерянная посылка. Специальный груз. 3. А, ну понятно. Вот, видимо, вот этот контейнер. Потом вот этот контейнер, который мы вот здесь видели. Есть еще один, да, где-то вот здесь. Понятно все. Так, а задание на время там что? Ну-ка, давайте глянем. Так, гонка под дождем. Эвакуация, пересесть гараж нельзя. О, всего минута 30. До фермы добраться, по воде, да. А можно было и попробовать, кстати. А что, давайте попробуем. Рискованно, конечно. Минута 30, да? Примем. Так, здесь вот вроде можно проехать. О, да. Давайте сразу повышенную врубать. Повышенную везде не врубишь, да? Так, а надо бы, ребят. Так вот, с наскока. Успеваем вроде.
Да. Ну, награда не очень большая, на самом деле. Так. Давайте посмотрим на карту. Здесь вот у нас какой-то скаут, да? Скорее всего, 800, я так подозреваю. Да, я помню это задание, ребят. Этот скаут надо будет протащить. Ну, в общем, что я предлагаю, ребят? В принципе, да, можно все это дооткрывать. Но это опять затянется. Давайте мы сделаем вот что. Так, вот тут я смотрю относительно недалеко вот эта вышка. Наблюдательная. Там следующее не знаю. Хотелось бы с этим скаутом сразу разобраться, не отходя, так сказать, от кассы, но это задание очень такое непростецкое и потребует много топлива. Ладно, давайте поедем к вышке. Этот мы прицепчик открыли. Наша задача, ребят, пока что пооткрывать вышки. Так, это дорога, по-моему, к скауту. Тут вот тоже вот можно переехать на эту сторону. Так, стоп. Давайте поглядим. Ага. Это нам предлагает... Ну да, дорога к скауту, но она, видите, с другой дорогой. А прокощунить здесь можно, я надеюсь. Выглядит как вполне. Поэтому давайте вот здесь вот попробуем поехать. И там дальше разберемся. Не поедем же мы по той ужасной дороге, правда же? Так. Вот здесь вот, где камешки, явно можно заехать. Правда, здесь камешки. Это да. Камешки не должны нас пропустить. Так, дальше идет у нас коренистый участок. А там вообще можно проехать? Вот я вижу, что какой-то коридорчик вроде, да? Или нет? Вопрос, куда он идет, этот коридор? Плохо видно. И тут явно пеньки, ребят. Ой, ну что еще могут разработчики? Только пни понаставили. Каждый год они будут поворачивать, и 100% они в эти пни угодят. Так, ну и на камешек тогда точно наверняка заеду, вот как это я сделал, да? Так, давайте посмотрим. Бой в грязи, да, интересная тема, там... Так. А нам, получается, на ту сторону надо, ребят. Да, надо же. Ага.
Здесь потому что ничего такого и нет. Это получается, нам надо как-то так сообразить, чтобы вернуться на эту же дорогу, да? По-хорошему. Мы, конечно, можем доехать до порта, и может быть там даже какое-то задание, но смысла не вижу, потому что там вышки нет. У нас вот тут улучшение. Нам надо вернуться на ту дорогу, на которой мы были. Подумать, как это сделать надо. Лучше, конечно, где-то там сверху, если крен небольшой. Потому что там был некий коридорчик, я видел, или не был. Ну, вот тут вот спуск есть. На вот этих камнях мы, скорее всего, перевернемся. Ну, вот тут вот есть некий спуск, я его вижу. И даже вот тут можно было бы, наверное, закощунить. Там крен опять же, да? И нас прям вынуждают вот сюда вот эти. Наверное, тут и ехать-то и надо было, я так подозреваю. Вот такой вот кощубельный участок. Очень плохо видно, ребят, очень плохо видно. Да, вот видите, здесь можно вполне было закощунить. И вон туда можно даже спуститься, да? Да, вот так вот надо было ехать. Не так, как я первый раз поехал. Там, конечно, крен. Но он такой проходим. Так, ну нам вот сюда вроде как. Блин, уходим от задания «Бой в грязи», а нам оно нужно, ребят. Ладно, не буду я уже разрывать серию, давайте. Хотели вышки подкрывать? Открываем. Да, что-то какая-то грязь супер ужасная. Лучше так ехать. Тоже грязь довольно сильная, глыбокая. Давайте вот так вот. Так, переходик нам подсвечивается, но нам вроде как сюда, да? Так, давайте поглядим. Так, Смирно, закаленный морем, и вон там вот улучшение с переходом. Угу. За улучшение мы, конечно же, смотаемся. Так, вот это Смирно тоже бы надо взять. Мы его вот здесь возьмем, когда мимо приедем. Там еще и прицепчик есть. Ну, а потом за улучшением, наверное, спустимся. За улучшением прямо вот здесь, наверное, спустимся. Так, ладно, вот сперва вот сюда. Закаленные морем. Там, наверное, какие-то точки опять посетить надо, ребят. В рамках этой серии, ребят, мы пока что открываем вышки. Да, хотелось бы сделать побольше, но прошлая серия затянулась аж на 2 с лишним часа, поэтому больше не-не. Так, ну да, тут давайте примем. Потом, если что, разберем это задание. На всякий пожарный глянем. А, карту. К
Кстати, тут вот можно как раз проехать, как это ни странно, да, вот здесь вот. Я только единственное не могу понять, здесь наверх можно заехать или нет, потому что есть что-то вроде сопочки. Не ясно, ребят, не ясно. А гадать бы не хотелось, поэтому ладно, давайте вернемся, потому что здесь недалеко. Здесь недалеко, и там уже посмотрим. Я-то потому что не помню, ребят. Достаточно давно уже играл. Выглядит как вполне, ну, там видите, какая сопочка, да? Подъемчик такой нехиленький. Чтоб уж наверняка потом не возвращаться. Так, опять супер грязь непонятная. Прямо на дороге. Каменья. Так, вот здесь вот задание, да? Вот и не знаю, смогли бы мы там спуститься или нет, ребят. О, 6 косариков и 640. Мост починить. Понятно. Есть подозрение, что как раз этому мосту и понадобятся там какие-то металлические балки и прочее. Да. Вот они как раз здесь находятся. Прицеп сразу откроем. Давайте ради интереса тоже проверим, да? Вполне тащит, ребят, вполне. На повышенной тоже. Главное, чтобы твердая земля была. Вот так вот эффективнее получается. Подтягивается он бодренько, когда. Так, ладно, цепляем. И куда я, собственно, еду? Давайте посмотрим. Так. А куда я еду? Мне в обратку как раз надо. Это я прицепчиком увлекся, ребята. Увлекся прицепчиком. А нам-то надо в обратку. Нам надо вот сюда. Можно, конечно, и здесь где-то попробовать, но мне кажется, здесь скалы, мы там не спустимся. Тащим этот прицепчик. А нам-то надо в ту сторону. И горючее уже так начинает быстренько заканчиваться. Но это за счет двигателя, ребят. Надо двигатель поменять на машине. На более экономичный. Потому что, ну, это жесть, конечно. Если так быстро зажигаем топливо. Так, вроде бы как здесь можно было. А, да и с дороги мы бы, в принципе, сюда поднялись, не так уж высоко, да? Так, здесь какой-то крен непонятный. Довольно сильный, кстати. Грязевой. Так, а мы, наверное, не туда едем, да? Сейчас посмотрим. Что-то, по-моему, мы...
Да, это я не туда завернул. Сейчас бы поехал. Слушайте, а тут получается вот тут объехать можно было сверху. Ага. А тут мы вообще никуда не приедем. Только к воде. Окей, поднимаемся обратно. Это такая обманка, ребят, обманка. Так, вон он наш выход. Тут вот деревья мешают, конечно, но... Вот там с той стороны можно было, видите, съехать. Все проверим сейчас. Вот здесь вот надо было. Прям сразу заворачивать. Да, точно здесь. Здесь прям спуск идет. Камни. Ну, камни это понятно, как бы. Куда же без них, да? Хорошо, что хоть не болото. Так. Что это у нас? Двигатель. Пасифик. А, ну вот на Пасифик можно получше движбан поставить. Неплохо. Ага. Окей. Так, а вон там выход куда? Не туда ли, куда нам надо? Так. Нет, это не туда, куда нам надо. Это, в принципе, мы тут можем проехать сразу в порт. Ну, в порт нам особо сейчас не нужно. Нам надо открыть вышку. Короче, возвращаемся и также, наверное, через это место, здесь вот скощуним. Тут мост. Я не знаю, он построен, нет. Ну, можно проверить, наверное. Темнеть начало, ребят. Темноту я очень не люблю, вот я люблю. Речник стоит чей-то. Так, вот как раз тут мы сейчас попробуем на трассу выехать. Тут невысоко. А, тут невысоко, но участок с креном, ребят. Участок с креном. Ну, в принципе, вполне тут проехать можно. Так, выезжаем на грязь какую-то жесткую прям, да? Со всякими ветками, вот этими волшебными. Так, мост-то есть, он построен. Да, ребят, он построен. А он точно ведет туда, куда надо? Так, я не уверен, что по нему мы выйдем. Да должны, вон дорога рядом подходит. Так, а куда я, блин, еду? Мне вообще в другую сторону надо, да? Мне надо было через закаленные морем ехать. Ага. А это вообще... А, бой в грязи, это вот сюда машинку надо бы доставлять. Понятно, понятно. А здесь ничего нет? Вот этого я не помню, ребят.
Но можно посмотреть одним глазком. Раз уж мы здесь. Но мост построен. Как бы этот мост строить не нужно. Там, по-моему, нифига нет, но мы заглянем. Да нет, там что-то есть, по-моему. Ладно. Давайте мы туда съездим все-таки. Что тут у нас? Какая-то зона погрузки, да? А нет, какое-то задание вроде, ребят. Еще один флажок. Молчаливый наблюдатель. Принимаем. И больше ничего, да? Здесь вот лодка. И больше ничего нет. Можно проехать чуть подальше, развернуться. Поехать в обратку. Молчаливый наблюдатель, скорее всего, задание для скаута, но у нас горючего практически уже нет. Вот, вынуждены с багажника подтягивать. Так, что за наблюдатель? Куда нас там? Посетить наблюдательный пункт. А, так мы туда и едем как раз, вроде бы, да? Помню это место, стрёмненький там пункт, ребят. К сожалению, я помню это место. Ладно, здесь по дороге полностью идем. А здесь вот мы... Здесь вот вроде какое-то кощубельное место. На самом деле оно кощубельное даже здесь. Вроде бы, да? Или нет? Не уверен, но вроде бы. Сейчас проедем, посмотрим. Видите, это на гору надо подняться. Но я думаю, это мы уже как раз в следующих сериях начнем все это выполнять. Сейчас бы нам вышки открыть, то и так уже серия затянулась. Так. Посмотрим, насколько здесь можно спуститься. Сдается мне, что можно. Надо проверить этот момент. Так, здесь поручение мы вроде бы брали же, да? Да. Или нельзя тут спуститься? Сложно сказать, здесь вот... Скалистый участок.
и немножко под креном, как бы, да? А можно было, наверное, вообще вот в эту сторону. Ну, ладно. Блин, горючее, ребят, просто на нуле. Просто на нуле. А вот двигатель вот этот вот. Нифига не экономичный. Так, вышка впереди. Давайте продираться через эту ужаснейшую грязь. Плывем. Здесь только одна цистерна получается. Вырубаем сразу двигатель, потому что горючего у нас практически не осталось. Ну как не осталось? С учетом того, если мы будем выполнять задание, то нам явно не хватит. А нам надо еще успеть вернуться, заправиться. Так, давайте посмотрим карту. Да, тут вот наблюдательная вышка. Я думаю, не будем сейчас сжигать топливо, подумаем. Все, мы это подумаем, посмотрим. Здесь вот еще дорога куда-то идет. Каких-то пара контейнеров, но это непонятно. Может быть, что-то хотели сделать, не сделали. Ну ладно. А, вот тут вот еще задание было, да? Кузен Клетус. Кузен Клетус. Ну, это мы, по сути, возьмем уже, ребят, в следующий раз, посмотрим. К сожалению, пришлось пропустить бой в грязи, но я не жалею, что пропустил, потому что у нас не так много горючего. Наша задача была открыть все наблюдательные вышки, все территории, которые они скрывают. Мы, в принципе, это сделали. Проехались, немножечко продвинули наш Pacific P16. Тоже его надо будет доставить в гараж. Так, и вот здесь вот еще один какой-то переход. Еще переход. А, интересно, куда этот переход? Потому что если этот переход на Сметвильскую дамбу, например, то Пасифик можно было туда, например, погнать. И было бы, в общем-то, возможно, даже быстрее, но не уверен. Не уверен, потому что здесь очень ужасная грязь. Может, даже лучше его просто через островное озеро прогнать. В любом случае, этому Пасифику придется ехать вот здесь, вот через вот этот остров, скорее всего, тут подниматься. Не знаю, посмотрим, ребят. Может быть, к тому времени мы починим мост, выполним это задание. А, как бы вот так, да? Может быть, я еще не решил, что я буду делать. Ладно, вот это вот на сегодня мы сделали. Давайте посмотрим. Топливо у нас 56 литров, и больше у нас топлива нет с собой. Наш прогресс 130 тысяч местных фантиков и 1590 опыта. На 75% мы завершили Мичиган, собрали все улучшения,
все вышки открыли и все машины также обнаружены. То бишь, фактически мы здесь сделали все, кроме, может быть, контрактов, да, контракты, там какие-то задания вот эти остались, а все остальное, что можно было найти, мы нашли и открыли. Ну да ладно. По-прежнему это сложный режим. Здесь вот на паузе это прекрасно видно. Я благодарю вас, ребят, за просмотр. Всем удачи и пока. Пишите, кто что думает. Не забывайте ставить лайки, дизлайки. Увидимся. Всем пока-пока.